Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики. А это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Потому что, ребята, прямо сейчас мне сказали, что в нашем проклятом лесу нашли дом Даши путешественницы. Да, той самой проклятой игрушки, которую мы заказали на сайте Даркнет. И на часах сейчас 3 часа ночи. И это самое страшное время, ребята. Потому что мы прямо сейчас по координатам отправляемся. Отправимся на поиски реального дома, где живет Даша, путешественница Эксе. Ребята, мы пойдем буквально отсчитывая шаги, потому что эти координаты по старинке отмеряются шагами. Столько-то шагов направо, столько-то шагов налево. И там мне люди сказали, что они встретили Дашу, путешественницу Эксе. Почему я им поверила? Потому что Даша путешественница, поэтому так и называется. Потому что она путешествует, возможно, она увидела наш ролик с проклятой куклой Дашей, которую мы разрезали, и решила побывать здесь, в наших краях. Обычно эта проклятая игрушка выстраивает какой-нибудь типа шалаш или что-то, какой-то дом, какой-то объект, чтобы там переночевать и потом отправиться дальше путешествовать, ребята. И вот что самое странное, то, что именно моя игрушка в эту ночь, когда мне написали координаты, исчезла, ребята. Это просто жесть. Реально, я обыскала везде. Я и Диму спрашивала, куда пропала наша проклятая разрезанная игрушка, потому что ее необходимо было еще сжечь и придать специальному обряду. Но она исчезла. И мне кажется, что она именно там, в этом доме, в проклятом доме, который находится где-то здесь рядом. Вот сейчас впереди, ребята, наверное, плохо видно, находится дом. Мне сказали, что от этого дома ровно 30 шагов, ребята, и там потом повернуть 5 шагов направо и 10 шагов налево до специальной отметки. И там мы найдем место, где остановилась Даша, путешественница. Мне просто не верится, что прямо сейчас... Вот этот дом? Да. Да, именно сейчас, в 3 часа ночи, мы сможем застать здесь, в нашем проклятом лесу, настоящую Дашу, путешественницу. У меня просто взрыв мозга, подожди, ребята, подожди, вот стой, этот дом. Подожди, надо сориентироваться. Вот дом. От этого дома 30 шагов нужно заходить в лес. Черт. Нам нужно выбрать место, где зайти в лес. Это должен быть какая-то, должна быть подсказка. Мне сказали, что я пойму, где вход, Дим. Так что свети, здесь должен быть какой-то вход. Я не знаю, возможно, должно быть натоптано. Возможно, какая-то... Слушай. Подожди, вот, где? Вот я нашел. Похоже. Похоже. Смотри, на какая... тропу. Ребята, жесть! Буквально несколько минут отделяет нас от того, чтобы увидеть реальный дом, где осталась Даша, путешественница. Это просто жесть! Что это? Ладно, короче, заходим, ребята. Собака. Она, видимо, чует, что там кто-то живет. Черт, она там что-то съела. Здесь кто-нибудь есть? Ребята, здесь реально какая-то тропка. Дим, стой, погоди. Дима, сзади тебя, Дима! Тихо-тихо, поворачивай! Офигеть, вы это видите, ребята? Это реально дом, и он стопудово дом Даши путешественницы. Это просто нереально, ребята! Дим, офигеть, ты просто посмотри! Возможно, Даша внутри. Подожди, подожди, надо осмотреть все. Здесь кто-нибудь есть? Даша? Что это такое наверху, смотри? Я не знаю. Вот. Солома, что это такое? Офигеть, это, наверное, очки Даши путешественницы. Она их, может быть, оставила, когда убегала из дома. Нет, ребята, я реально хочу увидеть Дашу путешественницу. Офигеть, посмотри. Реально, этот дом, она здесь была, ребята. Это просто пушка. Нам, в принципе, никогда не удавалось найти. А тем более, смотри, лестница. Возможно, это лестница. На втором этаже что-то есть. Дим, дай камеру. Жесть. Дим. Блин, офигеть.
Я не знаю, возможно, здесь был второй этаж. Сейчас ничего нет, ничего не видать. Смотри, дверь. Это реально дверь. Слушай, погоди. Закрыто. Закрыто, ребят. Жесть, я открыла. Ребята, я открыла дверь. Офигеть. Даша. Офигеть! Она там. Это кукла, это наша кукла, которую мы разрезали, Дим. Офигеть, это она. Жесть, ребята, она здесь. Она реально здесь, это просто жесть. Офигеть, Дима, реально, Даша здесь. Значит, она здесь останавливалась. Офигеть, ребята, мы реально нашли дом, где была Даша-путешественница. И это она взяла нашу куклу. Короче, ребята, мы забрали обратно нашу куклу, Дашу-путешественницу. Я надеюсь, что она вновь вернется за своей игрушкой. Я надеюсь, что она ушла недалеко, и она где-то здесь рядом. Главное, что мы нашли. И действительно, те люди, которые прислали нам координаты, то, что Даша-путешественница находится сейчас здесь, это просто нереально. Ребята, это действительно так. Поэтому, блин, я надеюсь, что мы все же еще имеем шанс того, что мы увидим настоящую Дашу-путешественницу в реальной жизни. А с вами была я, Королева Мистики. Всем желаю счастья и добра. Пока!